Привет! Вы на канале Принцесса Милана. Сегодня я буду распаковывать посылки. Вот посылки. Три серые и одна белая. Вот эти три посылки потоньше, а вот эта толстая. Ну все, начинаем распаковывать. Я бы это не порезала. Да, китайцы запекали, а потом, конечно. Вот открывается. Вот такой вот ободочек, спираль. Или волны зеленые. Вот такой вот салатовый ободочек. Цвет природы. Ну, распаковываем дальше. Самая тонкая посылка. О, понятно, почему она тонкая. Ну что, к нам пришло еще. Еще одно кольцо. Вот такое вот кольцо золотого цвета со стразами. Здесь бантик. Красивое колечко. Ну, распаковываем дальше. Сейчас распакуем белую посылку. О, круто! Это ручка гитара черного цвета. Здесь ноты нарисованы, а вот здесь девочка. Или это карандаш? По-моему, ручка. Да, это ручка. Вот такая вот прикольная ручка гитары, которую я ждала очень долго. Ну, и открываем последнюю посылку. Это браслет какой-то. Какой-то это браслет, я не знаю, что это. Не знаю, что это. Это, наверное, это дракон на ухо. Он золотого цвета. У него есть крылья и рот. Чуть-чуть зубы. И борода. Очень красивый золотой дракон. Ставь лайк и подписывайся на мой канал. Ты еще увидишь много интересных видео. Всем пока!